А теперь он подбегает, смотрите, я его съедаю. 3, 2, 1, 0. Съедайся. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Локдог, Дарк Драгон, Квест, Сенко. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Здорово, аниматроники. Здорово, аниматроники. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта FNAF 1. Я буду играть за злостного чужого, а пацаны должны максимально долго выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. А вы где там? А вот вижу, Чика бегает. Я очень осторожно иду. Я хочу все-таки в кого-то вселиться, надо, чтобы это было настолько незаметно, насколько это возможно. Давай, давай. Так, 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 смотрим. Слышу, как кто-то себе очень сильно много оружия выдает. А то убивают. Ой-ой. В кого-то селился. Ой-ой. В кого-то селился. Герора. Я специально не отчитывал 5 секунд, потому что я стал чужим. Я вселился в одного из вас, он просто этого не заметил. В принципе, сработал мой план гениальнейший, который показал очень хорошие результаты. И теперь я знаю, как вселяться и в кого. Так, давайте возьмем большого и заныкаемся. Подождите, это не тот. Теперь большие оружки использовать. Нет, только дробаши. Не, дробаши и пистолеты, так будет честнее. Вас очень много, я один. Но если я буду прям сильно вас выигрывать, тогда сможете использовать миниган, можно использовать шестистволку. Любую. Да, 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 да. Не, дробаши можете разные брать, не только с Half-Life 2. Дробаши там же разные, у нас есть дробовики, мощные есть. Уже убил ты, Дима? Ну да, я просто вижу, что вы очень слабо играете. Показываю, как надо. У меня есть тактика. Ты ее будешь придерживаться. Так, их очень много. Их очень много. А я отдельный. Ты отдельный я персонаж? Вижу, я тебя вижу. Отлично. Отличненько. Отлично. Ты где? Чпоньк. О, так что можно. Короче, видели, я скушал и сразу заныкался. Хе-хе-хе-хе. Вот это тактика. Я не знал, что так можно. Смотрите, ребята, быстрое убийство. Ушли в оба. О, сейчас не получилось. Ну чё, давай, иди сюда. Дима. Ну? Там на улице карачатина бегает, может его съешь? В подвале. На тебе за то, что ты не шаришь. Так, чужой еще живет. Классно, что я взял этого чужого. Примерно жму, это лично. Если не умеешь использовать оружие, засунь себе его опу. Так, здесь чужой. Так, ты же сюда иди. Так, нет, нет. А ты ли? Ты сам все ко мне пришел, молодец. А вот где? В этом подвале. Из вас всех, что ли? Даже не стрельнул. А как ты сдалека убил меня? А вот так вот, я хитрый жук. А я что, сам здесь живучий всех из вас? Не понял. В данный момент да. Кто будет подходить к двери, будет умирать. Но я умер первый и последний раз. Эй. Идет, идет, я слышу, вот он через дверь уже. Сейчас, 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 я его убью. Так, кто-то дверь удалил. Эй, ты что дверь удалил? Я могу и так. Я могу и так. Эй, иди сюда, щенок. Вонючий. Я буду убивать, но у меня жизни тоже тратится. Вы же просто не можете. Стойте, а что, урон не проходит? А, не проходит. 920. Валим, 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 валим на гелике. Ух ты, ё, летун фигу. Классно я заныкался в вентиляции. А нет, ты летаешь, кажется, теперь. О, давайте тут появимся. О, она заджампит с помощью РПГ. Отлично, давайте будем выслеживать. Да, 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 да.
Я где-то здесь. Так, на крыше его нет. А ты где? А ты где? Вентиляция бегает. А я Бонни. А ты молодец, я тебя сейчас убью, Бонька. Ого. Чё, армия Бонни против меня, что ли? А ну иди сюда. Я так перемещаюсь красиво, они меня даже не наблюдают. О, уже слышу. Нет, на сцене. Отлично, ребята, видели, как я это сделал по красоте? Кстати, я заметил, что один из них использует гвоздомет. Это правда? Ты глаза стыдим. Да, я заметил, что патроны летели. Давайте немножечко их погасим. Смотрите, сейчас в течение 5 секунд тут кто-то будет проходить. Потому что это вход. Отсчитываем 5 секунд. Все по красоте. Я знаю эту тактику, и я ее буду придерживаться. О, тут же что, получается... Это что, у нас зал идет? Да, зал. Дурак, что ли? Ух, слава богу, я свалил. Вон, вы и так друг друга мочите. Так. Ну, вас нафиг. Отлично. Какой-то пистолет очень слабый. У тебя пистолет-пулемет, что ли? А ну-ка, давайте вот так вот. Эй, отвали. Давайте, пацаны, давай сделаем так, что... Я вам назначаю стрелку, где мы должны увидеться с вами. И мы разберемся, кто из вас классный, а кто конченый. Жду вас на крыше. Крыша, давайте, давай, я вызываю тебя на стрелку. Давай, стрелочник. Эй, ты как сюда залез? Так, моя цель — убить Дардрагона, а потом всех остальных. Смотрите. Дардрагон, давай, я тебя внизу жду. Да. Не, я слышу. Бегай тут. Кто? А, у вас гвоздометы. Блин, я не хочу высовываться. Это грозит очень печально для меня. У меня гвоздомет. Да? Можешь меня убрать. А его нету на крыше, это мне показалось. А он уже ушел в пиццерии сам. Разве? Мне кажется, он такой обманщик. О, меня взорвали. А можно такой изобретать? Не успел. Да что ж вы убиваете друг друга, ну... Ну, надо квест, ну тебя забанят когда-то. Я буду мстить за... О, я буду, знаете, сейчас. Вижу. У кого гвоздомет? Надо быть внимательным. Гвоздомет. Аккуратно, не отходи. Надо узнать, в каком вкладочке находится. Он где-то приземлился. А теперь мы начинаем крышить вас. Первый пошел. Сказал крышить. Крышить, не переживай. Нет, нет. А теперь он подбегает, смотрите, я его съедаю. 3, 2, 1, 0, съедайся. Ты по таймингу, что ли, еще подумай, что подделали. Отлично, ребята. Раздуплейшин всех. А на Диму гвоздомет не действует. Действует. Ой-ой-ой-ой, вали. Ого, что это за тебя за кабака в руках? Надо валить. Блин, у меня осталось 100 жизней. Святой меч. Все, это я последний раз могу использовать невидимку, где я могу лазить по вентиляциям. Типа. На. Все. Убили. Да подождите, дайте я выйду. А потом стреляете. Дорога, ты че, неадекватный, что ли? Говорю, уйду тебе немножко. Хорошо. Я пропрыгаю, и так никто не попадет, потому что когда я прыгаю, вы не можете попадать по мне. Вы уже очень слабые. Смотрите, ребята, ни разу не попали. Просто ни разу. Слабаки галимые. Ах, говно. Ну че, вы меня ищете? Четвертая. Скажи подсказку. А я в одном из вас. Не верю. Ну-ка, давайте, я убью кого-то. Пацаны мочат. Не, ладно, я в пиццерии сижу, прям внутри в помещении, жду вас. Чем ты обманул, обманщик? Как только один из вас заходит, я на него напрыгиваю сразу. Просто жду жертву. Я уже. Это настоящий чужой, который может дождаться жертву свою. Он не на входе.
Нет, не на входе, в центре практически. А, жду. У меня есть сила, которая поджигает. Если я тебя найду, я тут... Ага. Ах, блин, так это уже ж нечестно, мне казалось бы. А, нет, она на тебя не действует, она только на игроков. Так. Чекаем. Он, я нашел его. Да я... как ты так метко мечом попадаешь? Хе-хе-хе-хей. Ах ты, блин, сголивый. Тихо. Так, шкеримся. А, нажми В. Ого, я отлетел. Ты где? Убили сразу. Чинг. Ого, это было эпично. Видели, как рэгдолл разлетается эпично? По мне зачем? Меня никто не вселил. Да вы что, видите, да, кого конкретно вселяюсь? Все. Успокойся. Так. Ой, драгон. Сейчас. Он в драгоне. Нету, у меня нет уже. Ждем 10 секунд. 10 секунд вам даю. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Он не в ком не был. Я вас, ребята, обманул. Не было, думал, в кого. Не, я голимого, ой, красиво вас обманул. Я начал всех убивать. В домике убивать начали меня. Ой, красиво разлетейшн. Так, надо наказывать за то, что сильно умный. Оружие больно бьется, ря. Она еще раз спасибо скажи, что она не откидывает за километр. Ты в пиццерии. Все, я в пиццерии, да, мне невыгодно с вами воевать так, пацаны. На вход. Так, если я подхожу, ты гореть начинаешь. Что это за читы голимые? А это Star Wars, типа, световой меч. Понял. Потому надо суперсилу использовать. А можно его убить? Ого. Красиво. Ах ты. На крышу. Киборг убийца идет. Я бессмертный, реально пацаны ничего сделать не могут. В этом есть прикол какой-то. Я вот наверх. Где ты? А где ты сейчас? Пацаны, смотрите, он лазит, а у меня треугольники показывают. Какие треугольники? А треугольники, то, что рядом враг. А где? Слышь, ты читер, ты с нами не будешь играть. Ты меня палишь. Ну все, ну ладно, я уберу это световой меч. Не виноват, что он читер. Умри. Умри. Я бессмертный. Я настоящий ксеноморф. Не убивайте его взрывами, это не поможет. Вы не знаете, как можно меня убить, а меня убить можно. Ребята, скажите свои последние слова. Не надо. Я маленькую. Не, вот так тоже. Это было сильно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!